Праздник для маленьких жителей горского поселения начался с небольшого театрального представления. Дети вместе со сказочными героями преодолевали различные препятствия, устроенные Бабой-Ягой. Решив все ее загадки, ребята смогли встретиться с Дедом Морозом, который вернул им украденный Новый год. От лица всей общественной палаты хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, счастья, побольше улыбок. Ну и как-то аплодисменты с первого ряда плохо слышно. Давайте сегодня хлопать как можно громче. Спасибо вам большое. Ну а после всех ребят пригласили на праздничный концерт. Большим сюрпризом стало появление участника детского шоу «Голос» Дмитрия Устинова. Свои номера также представили участники различных творческих коллективов. На сцене маленькие артисты танцевали, пели и показывали акробатические номера. Самыми важными гостями этого торжества стали Дед Мороз и Снегурочка. Верить нужно всегда в Деда Мороза, потому что Дед Мороз, он волшебник, он исполняет все желания. Дед Мороз – это тот, в кого верят даже взрослые. И внученька, дети. Скажи, пожалуйста. Да, обязательно нужно верить в Деда Мороза, в Снегурочку, в сказку, в волшебство, в Новый год. Новый год – это один из самых ожидаемых праздников в жизни каждого из нас. Многие ждут чуда, которое изменит их жизнь, а дети, конечно же, подарков, как награду за свое хорошее поведение. Почему верить в чудо? Ну, наверное, чтобы быть самим таким самодостаточным, для того, чтобы можно было раскрыться и проявить такую творческую часть. Самые строгие зрители – это дети, поэтому организаторам так важно, чтобы праздник понравился им. В конце представления каждый мог пообщаться с главным дедушкой страны и рассказать о своих желаниях. Я думаю, он хороший и веселый. Спасибо общественной палате за это. Публика очень благоприятна. Спасибо этим милым детишкам, которые смотрели меня и наслаждались моим выступлением. Очень хороший праздник, и я хочу, чтобы такой каждый год приходил. Я очень люблю Новый год, потому что он яркий, радостный, настоящий, красивый. Дети были так впечатлены новогодней елкой, что по окончанию праздника даже не хотели расходиться по домам. Впереди каникулы, и их ждет еще много всего интересного. Дарья Сутягина, Анастасия Сенченкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».